Всем привет, вы на канале Дешевый Китай. Сегодня вы увидите новые и актуальные товары для вашего автомобиля, которые могут вас заинтересовать. Все ссылки на товары будут в описании под видео. Также, досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом. Когда проводка автомобиля не функционирует, необходимо выявить причину, и во многих случаях этой причиной является обрыв. Обнаружить обрыв достаточно проблематично, но имея в своем распоряжении надежные приборы, можно найти место, где произошла неисправность. Именно таким прибором и является детектор поиска обрыва. Прибор состоит из приемника и передатчика. Передатчик подключается к аккумулятору автомобиля, а второй конец – к кабелю с обрывом. Приемником ведете вдоль кабеля, и он будет издавать звуковой сигнал, то место, где сигнал пропадет, и будет означать, что именно там произошел обрыв. Для удобной, а главное правильной работы с разного рода проводными соединителями есть хороший инструмент – обжимные клещи. В комплект поставки входит большое разнообразие губок матрицы. Они сменные, поэтому обжимать можно клеммы или наконечники различных размеров. Также можно регулировать прижимное усилие губок матрицы. Изготовлены они из инструментальной стали и имеют антикоррозийное покрытие. Любой автомобиль, который передвигается по дорогам, должен быть оборудован подсветкой задних номерных знаков. В ночное время суток, если инспектор заметит отсутствие таковой, водителю грозит штраф за отсутствие подсветки номера. Избежать этого можно, для этого нужно установить светодиодные лампы для подсветки номера. Отличаются от аналогов долговечностью, а также ярким свечением. Устанавливаются вместо штатных болтов крепления номера. Также отлично подходят для мотоциклов. Для безопасного извлечения стекла необходимо использовать специальные присоски. Данный инструмент изготовлен из качественного алюминиевого сплава. Высокое качество присосок и вспомогательных приспособлений обеспечивает надежность при закреплении и гарантирует безопасность при переносе и фиксации стекла, зеркал или стеклопакетов. Автомобилистами используется масса дополнительного оборудования, особенно во время поездок. Например, автомобильные холодильники, кофеварки, прожекторы и так далее, которые подключаются в гнездо прикуривателя, но зачастую имеют короткий провод. Удлинитель длиной в 3 метра 60 сантиметров легко избавляет от этого неудобства. Он изготавливается из медного провода в изоляционной оболочке и предназначен для работы с напряжением 12 и 24 вольта. Комплект поставки – один удлинитель с адаптерами. Длительные поездки в автомобиле, как правило, очень утомляют как водителя, так и пассажиров. В большинстве случаев усталость наступает в связи с неудобным положением тела на сидении. Решить данную проблему и облегчить трудности в дороге поможет подушка для шеи. Изготовлена из качественного материала, не слишком твердая, но и не мягкая. Устанавливается на сидение за несколько секунд. С такой подушкой ваши длительные поездки станут более комфортными, а самочувствие в пути заметно улучшится. Меламиновые губки предназначены для чистки без использования химических средств. Все, что нужно, это смочить ее в воде и протереть загрязнение. Благодаря особой структуре ячеек с открытыми порами, губка-ластик захватывает грязь и легко удаляет ее. Она легко, бережно, а главное быстро удаляет загрязнение со многих поверхностей, таких как стекло, керамика, сталь, алюминий, хром, пластик, дерево и кожа. Вы сможете очистить сиденье, руль, торпеду и другие элементы салона, причем результат будет заметен сразу. Пить кофе в дальних поездках очень важно для бодрого самочувствия водителя. Но очень печально, когда в автомобиле всего один подстаканник, и в нем уже лежит мелочь или что-то другое, и вам попросту некуда поставить стакан с напитком. Этот мультифункциональный подстаканник умеет держать не только чай, кофе или другой напиток, но еще и может зафиксировать смартфон. Кроме того, в него можно бросить монеты или другие мелкие детали. Подстаканник имеет стильный вид, окрашен в черный и коричневый цвета. Изготовлен из пластика и силикона. Когда вы захотите разобрать топливный насос в автомобиле, чтобы устранить какую-либо неисправность в нем или поменять сеточку, вы обнаружите, что снять с него крышку не так-то просто. Вернее, снять можно все, но так, чтобы это потом было пригодно к использованию, не всегда. Этот съемник является универсальным и подходит для большинства топливных насосов. Съемник имеет диапазон зажима от 3 до 16 сантиметров. Для отвинчивания применяется обычный ключ.
Мягкий силиконовый скребок для сгона воды. Подойдет для стекол и кузова, так как он очень мягкий и не царапает поверхность. Отличная замена тряпкам и замше для того, чтобы удалять воду с поверхности после мойки. Длина скребка составляет 24 сантиметра. Ручка черного цвета изготовлена из прочного пластика. Силикон не замерзает на морозе и не теряет упругость при жаре. Перезаряжаемый мощный светодиодный фонарь может использоваться владельцами грузовых и легковых авто, любителями путешествий и так далее. Устройство имеет устойчивый к загрязнениям корпус. Вы можете закрепить его в наиболее удобном для вас положении. Для зарядки используется микро-USB кабель. Гнездо зарядки закрыто защитным клапаном. Предусмотрена регулировка силы света. Комплект поставки – светодиодный фонарь и кабель зарядки. Эта платформа быстро и безопасно передвинет автомобиль в любом направлении. Особенно уместно окажется в автопарках, трейлерных компаниях, автосалонах и автомастерских. Она очень удобна, ее просто использовать при любых условиях. Гидравлическая платформа сможет в короткие сроки переместить машину без дополнительного оборудования, и вам не придется беспокоиться за ее сохранность. Чтобы защитить автомобиль от угона, используются активное и пассивное противоугонное средство. Одним из наиболее удобных и надежных является блокиратор колеса. Устройство изготавливается из легкого и прочного сплава, зажим имеет мягкое покрытие, защищающее колесо и диск от царапин. Универсальный блокиратор может использоваться для большинства моделей грузовых и легковых авто, мотоциклов, гольф-каров и так далее. Комплект включает блокиратор и два ключа. Следующий товар – это контроллер, который автоматически включает и выключает дневные ходовые огни и приглушает их при включенном свете фар. Система работает, основываясь на текущем напряжении сети. Когда заводится мотор, напряжение возрастает и контроллер включает ДХО при глушении мотора. Напряжение падает до 12 вольт и ходовые огни автоматически гаснут. После покупки все уже готово к установке, ведь в комплекте сам контроллер и необходимая проводка с клеммами и предохранителем. Глянцевая карбоновая пленка отличного качества, которая поможет украсить вид автомобиля как снаружи, так и внутри. Размер листа составляет 20 на 152 сантиметра, чего должно хватить для обработки ни одного элемента. Такая пленка действительно помогает сделать привычные детали немного ярче и привлекательнее. Обычно материал типа карбон используется в дорогих и спортивных автомобилях, поэтому с помощью этой пленки вы сможете сделать вид вашей машины более дорогим. Далеко не каждый рабочий автомобиль оборудован аудиосистемой, а устанавливать дорогую модель в таком случае просто нерационально. Предлагаемая модель легко подключается к бортовой сети и интегрируется в торпеду. Дополнительные колонки можно не подключать, ведь в системе уже есть два динамика. Функционал достаточно хороший, FM-радио, MP3-плеер, проигрывание аудиофайлов с флеш-карты, Bluetooth, подключение к мобильному телефону, поддержка AUX и SD-карт, а также эргономичный ЖК-дисплей. Щетка на поролоновой основе является незаменимым инструментом по уходу за автомобилем, мотоциклом или иным транспортом. Не менее успешно такая щетка может использоваться для уборки в быту. Для производства изделия используется вспененный полиуретан, благодаря чему на обрабатываемой поверхности не остаются какие-либо царапины или иные повреждения. Если вы обычно возите охапку разных ключей в багажнике своего автомобиля, попробуйте этот универсальный гаечный ключ. С его помощью вы сможете открутить почти любую гайку. Он очень крепкий, ведь изготовлен из высокоуглеродистой стали. Отлично подходит для гаражного использования. Вы можете купить комплектом маленький ключ и большой, или выбрать один, который вам нужен. Благодаря зарядному устройству от Xiaomi с функцией быстрой зарядки, все ваши гаджеты будут обеспечены энергией. В устройстве предусмотрены два USB-слота с 5 уровнями защиты. Это защита от перегрузки по току, перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и электромагнитных помех. Зарядка совместима со всеми устройствами на Android и iOS. Для подключения используется гнездо прикуривателя. Зонт-тент для защиты автомобиля. Часто приходится оставлять автомобиль на улице по причине отсутствия гаража или в случае поездки в другой город, на отдых или по делам. Чтобы не подвергать лакокрасочное покрытие автомобиля вредному воздействию солнца, снега, дождя или града, можно закрыть кузов специальным зонтом-тентом для защиты авто. Тент имеет собственный каркас жесткости и цепляется за подкрылки машины ремнями на крючках. Размер зонта 320 на 220 сантиметров. Аккуратно складывается в сумку и может применяться не только
только для авто, но и как обычный зонт на отдыхе. Телескопический гаечный ключ поможет сорвать прикипевшие гайки на колесных дисках, а также провести множество иных работ. Ручка универсального ключа имеет рабочую длину 36 и 50 см, комплектуется двумя головками на 19 и 21 мм. Инструмент изготавливается из хромованадиевой стали, удобная ручка покрыта нескользящим изоляционным материалом. Фен для пайки пластика в основном используется при ремонте поломанных бамперов и других пластиковых деталей, реже приборных панелей и элементов салона. Также устройство применяется для пайки труб. С феном поставляется комплект насадок для пайки повреждений разной степени. Фен имеет мощность в 1600 Вт, работает от сети 220 Вольт и способен нагревать элемент до 700 градусов по Цельсию. Работает от сети 220 Вольт и способен нагревать элемент до 700 градусов по Цельсию. Блок управления стеклоподъемниками может выйти из строя по различным причинам. Предлагаем вам широкий выбор изделий, адаптированных под различные марки автомобилей. Стеклоподъемники отвечают всем первоначальным характеристикам производителя. При заказе указывайте полную информацию о модели вашего авто. Мини-аэрограф имеет широкий спектр применения от придания индивидуальности автомобилю до окрашивания коллекционных моделей. Состоит из распыляющей головки, шланга подключения к компрессору и чаши для заправки. Есть возможность регулировки площади распыления. Стакан для краски является многоразовым, достаточно проводить очистку после каждого использования. В комплект поставки входят аэрограф со всеми комплектующими и чехол для хранения оборудования. Предлагаем широкий выбор дополнительных приборов, встраиваемых в панели управления грузовых и легковых авто, спецтехники, иных транспортных средств. Рабочий диапазон напряжения от 4 до 24 вольт. Вы можете установить дополнительные модули для прикуривателя, двойного USB зарядного устройства, вольтметра и тому подобного. Для удобного пользования приборы имеют светодиодную подсветку. При заказе указывайте тип желаемого оборудования. Главная функция воздушного фильтра – защита от попадания пыли в двигатель. Данный универсальный фильтр – хорошая замена стандартному воздушному фильтру. Он позволяет максимально снизить сопротивление на впуске без снижения фильтрующей способности и увеличить мощность двигателя. Это происходит за счет материала фильтра, который имеет меньшее сопротивление поступающему воздуху. Соответственно, воздуха в мотор поступает больше, мощность выше. Так можно добавить несколько лошадей. Универсальный материал типа Сугру. Он по консистенции мягкий, как пластилин, но после засыхания превращается в сверхпрочную резину. Данный материал, так же как и изделия из него, не теряет своих качеств даже при температуре от минус 60 до плюс 180 градусов по Цельсию. Смешиваете две части из пакетика вместе, скатываете в шарик, потом ждете 30 минут, после чего можете формировать нужную вам форму. Спустя сутки комочек застывает навсегда в той форме, которую вы ему придадите. В комплекте 5 разноцветных пакетиков. Реле с предохранителем. Это полезная вещь для автомобильных электриков и тех любителей, которые часто устанавливают на свое авто дополнительное электрооборудование. Реле имеет 4 выходных контакта и встроенный плавкий предохранитель на 30 ампер. Это поможет продлить жизнь вашей проводки и вашим устройствам. Насос-насадка на дрель-шуруповерт. Это необычная штука от китайцев, которая способна превратить вашу дрель или обычный шуруповерт в крутой насос для откачки жидкостей. Подходит для дрели мощностью 350 Вт или выше. Вы сможете откачать воду, топливо, масло и любые другие технические жидкости. Насос выполнен из нержавеющей стали и пластика, поэтому обещает быть достаточно прочным и долговечным. Предлагаемые лампы подсветки могут использоваться в большинстве автомобилей в указателях поворотов, стопах, габаритных огнях и так далее. Устанавливаются лампы в типах гнезд Т10, напряжение 12 Вольт, мощность 3 Вт, освещенность 80 люмен. Есть возможность выбрать цвет – желтый, белый, зеленый, синий или красный. Комплект поставки включает 10 ламп. Соответствие их разъемам осветительного оборудования вашего авто уточняйте у продавца. Набор ключей для снятия магнитолы.
Хотя злоумышленники и автомобильные воры умеют мастерски извлекать магнитолы без применения специальных ключей, нам, автовладельцам, крайне желательно использовать съемники, чтобы ничего не поцарапать и не повредить. В наборе поставляются 38 ключей, которые предназначены для извлечения из шахты магнитол различных производителей. Это Pioneer, Kenwood, Sony, Panasonic, Ford, Volkswagen и Clarion. Ключи изготовлены из сплава металлов, имеют серебристый цвет. Термостойкая тканевая изолента из PET-флиса с каучуковой клеевой основой. Используется для упорядочивания автомобильной проводки в аккуратные жгуты. Изолента способна выдерживать нагрев до 105 градусов по Цельсию, поэтому она также влияет на безопасность, препятствуя возгоранию в случае замыкания. В рулоне 15 метров изоленты шириной 19 мм, цвет черный. На этом все, а теперь конкурс. Я разыграю $10 на счет мобильного телефона, как только под этим видео наберется 1000 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий. По нему я и буду выбирать победителя. Результат конкурса в группе ВК и на моем втором YouTube-канале. Вся подробная информация находится в описании.